Всем привет, дорогие наши друзья и зрители нашего канала. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня привет. У нас ужин. Мы будем кушать рассольник с сметаной. Да, рассольник это... Соус сметаны. Да. Одно из моих любимых блюд, которое Настенька умеет готовить, кстати. И причем неплохо. Рассольник у нас с индейкой. Ну, с перловкой, конечно же. А вы думали? Я прям чувствую, как вкусно пахнет. Когда начнет интернет передавать запахи, интересно? Никогда? Что-то ты себе погуще, а мне пожиже сделал, да? Ты любишь погуще? Кашку я сначала такую. Тебе наложил, а все остальное, что там осталось, я себе так плюхнул сгоряча. Ну, ты же любишь погуще. Ой, я люблю, конечно. Так, смотрите, что у нас тут. Помидоры, перец, огурцы малосольные, зелень. Я сегодня просто устал, у меня такое хорошее настроение. Ой, я тоже сегодня устал, у меня тоже хорошее настроение. Надеюсь, оно не испортится, и будем его поддерживать. Ну что, дорогие наши друзья, всем приятного аппетита, кто кушает вместе с нами. А мы начнем. Рассольник так очень хорошо настоялся. Угу. Вот со вчерашнего дня он все настаивается. А мне вообще нравится, что борщи, что рассольники, которые уже на следующий день, они вкуснее становятся. А знаешь, люди бывают варят прям по много литров, едят прям неделями супы. Не, ну неделя это уже, конечно, перебор. Вот интересно, сколько дней максимально вы вот приготовленное блюдо держите в холодильнике. Вот интересно знать. Есть у вас какой-то лимит определенный? Вот у меня лимит не больше 3 дней. Вот если у меня еще даже пол кастрюли остается чего-либо, я утилизирую вообще. А так, чтобы там больше 3 дней, нет. У меня такого... Собачки очень рады такой утилизации. Собачки. Ну, я не собачкам выливаю. Куда? Так-то. Кискам? Да, кискам. Если до них дойдет. Хотя вряд ли. Вообще не помню. Правильный ответ был только выливаю. Сам уже ни до кого не дойдет. Да. А потом сливаю. Ладно, не будем портить никому. Ну, очень вкусно. Мне нравится. Обожаю. Возможно, я даже не наемся. Я тебя отолью. Не исключено. Я тебе солью. Не надо. Не надо ничего сливать. Ладно. Катя Ситникова. Привет, скажите, почему у вас нет домашних животных? А мы не хотим. Просто. Не хотим заморачиваться, да. Дети подрастут, я думаю, что они там какие-нибудь... Дети подрастут, они себя заведут, когда вырастут и уйдут. Кого-нибудь. Не, я имею в виду, когда Даша немножко повзрослеет, встанет ей хотя бы лет 10, может 11. Не можно там попугайчика, хомячка, чтобы она сама как бы училась ухаживать вообще. Не только за собой. Но только не собака и не кошка. Не хочу я. За ними же нужно, тем более собака, за ними нужно постоянно ухаживать, кормить их, гулять с ними. Кормить их надо. От кошки бесконечная шерсть. Кто-то еще держит по 2 кошек. Еще кто-то держит собаку и кошку. Это вообще как вот я в детстве жила, у нас была собака и кошка. Зато весело было. От кошки постоянная шерсть. Собаки – это вообще отдельная история. Мыть лапы. Мыть потом ванну после этих лап грязных. Я не знаю, для меня это все так тяжело. Ужас-то какой. Если еще в семье маленькие дети, они же, особенно когда начинают ползать, постоянно вся эта шерсть к рукам липнет, потом эти руки они в рот тащат. И вообще эта шерсть везде просто, везде.
Готовишь блюдо, вроде бы не соприкасаешься, но оно что ли в воздухе летает, я не знаю, это шерсть. Она потом везде просто. У нас была кошка, у нас Даша родилась, маленькая была, у нас была кошка. Мою маме сейчас отдали, она до сих пор у мамы живет. Он просто вот, ну помнишь, что тут Денис никогда не сматривается. Ну, да помню я, ж не жил. Она везде, два года. Не, я имею в виду, в еде ты никогда не сматриваешься. Постоянно вынимаешь это все. Короче, это капец. Там слушай, что, я сейчас там еще такая кошка вспомнил, кадр. А Соня-то уже 12-й год идет. Да, она взрослая. Ого. И вроде ничего. Когда мы с Денисом только познакомились, она ела все подряд. Даже огурцы, я до сих пор как помню, я огурец даю, а она огурец жрет. Она со мной даже хлеб ела. А потом что-то вот мы стали эти переезды по сценам, с квартиры в квартиру, она как-то изменилась, поведение у нее совсем другое. Настенька ее начала кормить вкусненьким. Со мной-то она не забаловала? Да, корма всяким. А с тобой супы, да, ела она? Не ела? Вообще все ела. Вообще то, все? Что я ела, она ела. Хлеб там, он кидаешь, она там на лету этот хлеб ловила. Ну все. Не, ну я не говорю, что я там одним хлебом ее кормил. Ну корм-то ты покупал ей? И корм покупал, рыбу ей там готовил. Интересно. Ну она как бы со мной все ела, потом Настенька взяла дело в свои руки. А что Настенька? Она перестала вот так вот питаться, когда мы переехали на парижскую коммуну, когда я уехал в командировочке, и она осталась с тобой вдвоем. Вот так вот. Слушай, а тебе больше рассольники или борщи нравятся? Не знаю, даже трудно ответить. И то вкусно. Так, тут еще вопрос. Вот они такие клювка. Она спрашивает, вы алкоголь вообще не употребляете? И дальше она описывает свою жизнь. То, как она... Это же типа классно с друзьями собраться, там, с родственниками. Типа классно оторваться немножечко там, вот это вот. Чики-пику. Мы следующий день, на следующее утро с такой, типа, хорошей головой проснуться. Ну, похмельный. Ты сейчас вопрос что-то мне... Ну, как она описывает свою жизнь, что это же классно. Она не агитирует, она не говорит, что она там алкоголичка, да, ярая. Вообще, я... То, что она в меру это все употребляет, с друзьями там весело у них. Угу. Как это вы вообще? Ну... Это же классно. Как она описывает свою жизнь. Ну, это понятно. У каждого человека есть свое мнение на разные вещи, да? Ну, я пришел со временем к такому пониманию, что ну, не нужен мне этот алкоголь. Он как бы, не знаю, тормозит все. Ну, а вот как она говорит, чуть-чуть что? На выходных? Чуть-чуть на выходных? Ну, у меня раньше так и было. Чуть-чуть на выходных. С семьей, с друзьями. Не знаю. Со временем это все равно надоедает. Как-то становится неинтересно даже чуть-чуть с друзьями там на выходных. Ну, у меня, по крайней мере. Я уж решил, не хочу. Никак. Пускай уж будет так. У Дениса был друг, есть друг, который, не пил вообще, как Денис, вот они на пару, там еще один парень есть в Хабаровске, друг, но сорвался, как-то он давно сорвался, может год назад? Да больше. Стал вот... Больше, они как в Турцию поехали, а в Турцию они... Долго не пил вообще. Года 2-3 назад ездили. И он там пристрастился кофе с чем-то там. Или мартини, или ликеры, там что-то такое, я не помню.
Ну и вот у меня потом пивко там. В общем, сорвался, а у меня теперь по выходным. Какой-то любитель. Не всегда. Не всегда, но периодически. Не всегда. Кстати, сегодня у Макса день рождения. Я вас не поздравил. Вообще, можно отрываться другими способами, я считаю. Обязательно там куда-то там чего-то там употреблять. Можно употреблять не менее вкусные вещи. И не только питье, но и разную вкусную еду разнообразную. Также выбраться куда-то там, отдохнуть, какой-то развлекательный центр. Допустим, ну тут же бильярд, ладно, там, или там боулинг-центр, да, куда-то. Ну, хочу сказать так. Можно когда... также прекрасно оторваться. Я когда бросил, завязал вообще с употреблением абсолютно всего алкоголя, друзья-то мои не завязали. И также в клубах, в барах, ресторанах, я с ними везде отдыхал, и было все хорошо. В принципе, как бы... Тот факт, что я был трезвый, мне это никак не мешало отдыхать. Да. И то есть, в принципе, было все замечательно и хорошо. Каждый живет так, как он хочет, так, как он умеет, так, как ему нравится. Живите своей жизнью. Это же хорошо, что вам нравится так жить. Ну да. Каждый сам выбирает, свой что путь. Ему надо. Да. Свой путь. Свой путь и что ему делать и как это делать. Тебе слить еще чуть-чуть? Не, не надо ничего себе. Не надо, спасибо, очки. Ну ты много так мне налил. Кушай, кушай. Так что задавайте свои вопросы, пишите. Мы будем отвечать в наших видео. Вот. Не забывайте подписываться на наш второй канал Step Family. Семейные мукбанги вам нравятся больше. Как там пишут наши зрители, там больше трэша. Короче, нравится трэш. Хотя какой там трэш? Я не вижу там вообще никакого трэша. Обычные семейные посиделки, ужины, там, не знаю, обеды. Завтраки. Завтраки. Ну вот, покушали. Угу, все вкусно, спасибочки. Рассольник получился на славу. Настя вообще умеет готовить и рассольники, и борщи. Это она, конечно, освоила на отлично. Да. Чего ты там? Посмеивайся. Ну, молодец, да. Молодец. Раньше, кстати, не умела готовить вообще. Ну что, дорогие наши друзья, вот и подошел к концу сегодняшний наш ролик. Мы все съели, ну или почти все съели, неважно. Ну а мы с вами прощаемся, до новых встреч. Скоро увидимся. Пока-пока.